Доброго времени суток, друзья! С вами канал Прохождение с Михаилом. И мы продолжаем играть в наш мод Сталкер, канувший в небытие. Это уже третья серия по данному моду. Играю я очень обширно и широко. Серии мои длятся больше часа. Поэтому, друзья, кому действительно интересно, приятного просмотра, запасайтесь вкусностями. Или присаживайтесь, или лягайте поудобнее на мягкую подушечку в атмосферной такой вот обстановочке. И смотрите мое прохождение, если вам, конечно же, интересно. В общем, друзья, мы продолжаем. Это третья серия, уже повторюсь, продублируюсь по данной модификации. FPS опять здесь маловато местами, но оптимизация локации Рыжий лес дает о себе знать. Не знаю, стоит ли с веб-камерой проходить, не стоит, но мне кажется, без веб-камеры как-то более, что ли, как-то. Вот если атмосфернее, если еще вот так, а нет, не получилось. Хотел интерфейс убрать, вот тут не работает он почему-то. В общем, друзья, что, нам нужно в Лиманск уже сегодня, наверное. Получится, не получится, сканер мы отдали. У нас есть кейс интересный, я так и не дочитал в первой серии. Давайте прочитаем. Я уже не помню, откуда у меня этот кейс, что в нем лежит. Но я точно помню, что этот кейс очень важен. Как будто стерли фрагмент моей памяти, и я запамятовал эту самую историю с кейсом. Надеюсь, что я все-таки вспомню, что это за кейс и откуда он у меня. Так, и друзья, кстати, осталось у меня всего лишь 525 символичных рублей. Прокачал чуть-чуть ТОС Охотник, его характеристики вы можете и прочие данные видеть на своих экранах. Прокачал, а нет, не прокачивал, комбинезон наемника мы просто починили. Ну, калаш мы не трогали, мы его, наверное, выложим, но еще... Так, починили мы нашу G36, и прокачивать тоже не прокачивали. Ну, вот пистолет мы только при... крепление для глушителя на него поставили, так что если найдем... глушитель, возможно, будет на нем нам, возможно, можно будет поставить, попробовать, попытаться. В общем, друзья, что, меня эта локация сильно не задерживает, мы здесь, в принципе, везде уже лазили так относительно, так что, друзья, давайте все-таки поговорим с Ясным. Или как? Да, Ясный, говори. Знаешь, Ясный, гнилой ты человек, работа твоя дерьмо, но я выполнил наш уговор, да еще и с процентами. Бледненький, знаю я, что ты выполнил. Сахаров уже сообщил. Как я и обещал, можете быть свободны. А теперь, Ясный, дай поговорим о процентах. Мостик опусти, мы по нему пройдем. А потом снова поднимите. Ха, речку решил перейти? Извини, бледный, не в этот раз. Тут кое-кто видеть тебя хочет. И боюсь, что эта встреча тебе не понравится. Что? Какая еще встреча? Вот, друзья, что и следовало ожидать, в принципе. Вы в ловушке. Бежать вам некуда. Выходите с поднятыми руками. Ну... не в этот раз, зверь. Ну, в принципе, все. Лука, Ясный нас ждал. Все как и всегда. Ах ты, гад какой. Все разговоры потом, Лука. Стреляй. Ах вы, гады какие. Ну, мрази. Лука, стреляй. Мрази какие! Завалили так на изи причем. Ну сейчас у меня подготовлен ствол для вас. Держите, падлы, козлы уроды. Ух! Еще и FPS низкий, как всегда. Вот так тряхнуло. Блин, Луку. Что это было? Твою мать, фанатик. Что, наше животное испугалось шизика с РПГ, да? Конец вам. Да что за бред? Ну как ты не умер-то, блядь? Сука! Еще одно оружие хуевое взял! Ё, вот так тряхнуло! Что это было? Твою мать, фанатики! Че лагает все? Наше животное испугалось шизика с РПГ, да? Конец вам, парни, валите их! Ну это, видимо, старые друзья отбиться от наемников. Ну все, мы к наемникам ныне не принадлежим больше, как я понимаю. Надеюсь, Лука не умрет, потому что я тут немного занят.
Друзья, немного даже сложно. Что-то я не ожидал, что G36 такая плохая будет. Но смотрите, отдача вообще неимоверная. Надо даже пытаться точно как стрелять. Ну, вообще не камильфо. Ну опять я умер. Ну опять! Можно это вырезать, как-то заново начать? Не, плохое оружие. Я, конечно, вдаль стреляю, но плохое оружие. Конечно, зверь. Рад был с тобой повидаться. Я так не радовался, бледный. Монолитовцы. А ты что, блогеры по сталкеру озвучивали? Или мне кажется? Меня, походу, задело. Мне уже не уйти. Я постараюсь прикрыть тебя. Уходи скорее! Да подожди, убьем их. Какой поскорее, какой уходи. Ух ты, мразь какая. Так, надо этих, кстати, лутнуть, потом выкинем все ненужное. А, тут монолит еще. Блин, вообще оружие плохое. G36, нифига себе. Я бы знал, я вал оставил себе. Ну, друзья, будем знать, я его прямо сейчас выкидываю. Надо было, блин, калаш починить, он лучше был. Ах ты, сука, какая. Ну, я помогу все-таки нашему товарищу отбиться. Или они неубиваемые? Блядь, они неубиваемые, похоже. Разработчик, а зачем так сделал? Я полутать трупы хотел. Я, кстати, гранат нет. Не, они неубиваемые, к сожалению. Ладно, все равно переигрывать. Так что я сейчас попробую. Ну да, разработчик нам не дал даже лутнуться никак. Блин, а я с лукой хотел идти. Точно не убите? Дураков. А, ну бывает такое. Друзья, вы не хотите сдохнуть? Друзья, вы не хотите сдохнуть? Друзья, это полный бред. В общем, бежим отсюда, одним словом. Так, получается, мне бежать, да, отсюда надо? Ну, я так понял, что да. Так, ну, лутнуться я должен. У меня патронов мало. Ах ты, шлюха, не дает мне лутнуться. Так, а кто это? Кто это был, кстати? Так, друзья, я даже комментировать не могу. Пидор ёбаный. Да сука, да хули у тебя такая отдача, блядь! Пиздоватое оружие! Монолит еще не убить, блядь. Уёбков этих. Где хуесос этот? Сука, блядь. Мрази, блядь. Чё лагает тут? Что ты там стреляешь, ты, козёл?
Не сюда, кстати, идут. А их убить нельзя. Ну, товарищу моему вообще нормально. У них РПГ, что ли, такое? Может, этот скрипт пропадет, и я смогу монолит убить? Твари какие. Их смысла нет убивать, они заскриптованы, они не убиваются. Я лутнуть хочу. Суки какие. Убьют сейчас. О, нифига себе тут оружие было. Ну-ка я на всякий случай засейвлюсь. Знаете, давайте сделаем какую-нибудь канувшее небытие левый. Левый, значит, это, не знаю, возможно, не прокатит. Потому что я очень хорошее оружие нашел, замену моей G36, которая хуйней полной оказалась. Но теперь я в западне. Мне сказали быстрее убегай, я не то что не убежал, я еще не знаю, как это самое. Короче, друзья, у меня один есть вариант, это бежать, сломя голову. А нет никаких дымовых гранат хотя бы у меня, нет? Я же не пробегу сейчас. Ну, я только могу вот так вот сделать, разрядить, выбросить. G36 еще одну выбросить. Это говно, а не оружие, на самом деле, оказалось. Еще раз сохранимся. И будем пытаться убежать. Прикрывай! Сука, а хули он не поднят? А куда бежать-то надо? Я думал, через мост. Суки. Куда бежать-то? А, путь в Припять. Найти альтернативный путь в Лиманс. Понял. Пульт управления мостом был уничтожен в ходе боя с наемниками. Блин, точно, как я просмотрел. И монолитовцами. Ввиду этого мост невозможно опустить. Я должен попытаться найти альтернативный путь в Лиманс. Стоит поговорить со сталкерами. Хорошо, дубль 2. Ладно, пофиг, как F5. Не знаю, удастся мне убежать или нет. Вроде удалось. Друзья, извиняюсь за низкий FPS, это не оптимизированная локация. О. Можешь им гранату кинуть, нет? Ну а так, приколы ради. Они, конечно, не умрут с этой гранатой, но... Мне просто хочется этих мразей прямо это самое. Ну-ка, там не видно будет. Ну, мрази выжили, ладно, понятно, они заскриптованы, их не убить. В общем, друзья, как-то вот так вот сумбурно эта серия началась. Точнее, началась она нормально, но продолжилась плохо. О, нифига себе, что я нашел. А, вы не можете переносить так много всего. Понятно! Так, прицел оставлю, это разряжаем, выбрасываем. Ну, в плохом все состоянии, зачем мне оно? Кстати, РПГ... Слушай, РПГ у нас есть возможность РПГ заюзать. Давай все равно отомстим им. Мне все равно некуда его девать. Хоть затестируем, как оно стреляет в сталкере. Где эти мрази неубиваемые? А смотри, пофиг ей. Или не пофиг он? А, ну пофиг. Сука. Друзья, ладно, убегаем. А, так, подожди, я же не выкинул. А, или... Да, не выкинул. Друзья, хрен знает, что делать. Что-то все плохо с оружием. Наверное, я вот эту сейчас оставлю себе вместо G36. G36 я не знаю, куда. Либо продавать, либо тупо выкидывать. Это говно, а не оружие. Извиняюсь за бомбеж в начале серии. Ну, по крайней мере, судьба Луки вернуться на форпост. Старые друзья уйти в чащу леса. Ага, а куда мне надо? Блин, я, наверное, должен сразу был убежать. Я не могу спокойно жить с мыслью, что когда-то я бежал один против товарища на произвол судьбы. Я должен вернуться на форпост помочь Луке. Да, конечно, должен. Я сразу его выручить хотел. Не знаю, разработчик, зачем ты заскриптовал там все. Давайте тут на всякий случай сделаем запись какую-нибудь. И продолжим. Сейчас спасем, блин, только РПГ я уже заюзал. Может, вот эту заюзать, а? Вместо G36 ненужный. Давай посмотрим, как она стреляет. Может, ее тоже... А, у нее тип патронов другой. Да, блядь. У нее два патрона всего. Слушай, а может, пригодится?
А что-то он отстрелялся от всех? Слушай, нету никого. Он убил всех, похоже. Ох, голова какая. Так, ладно, это я все на временно возьму. Потом лутнем. Лука умер, скорее всего. Может, и не умер. Блин, ну G36 это вообще говно. Я не знаю, куда ее юзать вообще. Оружие говном оказалось. Я вот не знаю, куда ее выкину, скорее всего. Надо было какой-нибудь М4 оставить. Ну хотя не факт, что она бы тоже говном оказалась. Ну вот эти вот, блин, у меня слов нет. Ну это бред полный. Бред, а не оружие, друзья. А это что такое? С возможностью стрельбы очередями 9 на 19. Блин, он так-то прикольно, наверное. О, это из CS-ки же, помните? Кто играл в эту CS:GO? Ну, фляга с водой есть. Глушак, кстати, есть. Который мне, возможно, нужен. Так, Лука, подожди, ты все равно умер, скорее всего. Так что я... Кстати, возможно, Лука и умер, действительно. Не знаю, посмотрим сейчас, конечно. Загадывать наперед не будем. Будем надеяться, что наш товарищ по житухе жив. Но, друзья, что-то мне как-то кажется, что помер наш друг. Не знаю почему. Так, и, кстати, тоже 9 на 19 стреляет. Блин. Слушай, а мне нравится. Давай его и оставим. Он лучше моего, и нет? Ну, только у него совсем все плохо с этим самым. Да, он намного лучше моей этой береты. Но, друзья, что-то мне он соединить, глушитель разрядить. Я, наверное, его... Ну, это просто разрядить, выбросить. Скорее всего, оставлю. Может быть, где-нибудь будет возможность починим, побегаем. Интересный экземпляр. Я его не буду выбрасывать. Так, а вот это что за глушитель? А, для 45-го калибра. Блин, 45-й-то мне не надо как раз таки. Так, СВД какие-то лежат. Кстати, зачем мне СВД? Оно нормальное, но вот зачем мне оно? Я же его не продам даже. Так, друзья, ладно, я это куда-нибудь в личный ящик сложу на всякий случай. Судьба Луки — найти лагерь Монолита. А, его в плен взяли. Ага. А лагерь Монолита я не знаю где. К леснику надо идти, чтобы узнать. Ну ладно, друзья, увидим. Посмотрим, увидим. Для пущей интересности снимаю одним дублем. Наверное, это я здесь выложу. Ну, пропадет, так пропадет, мне плевать. Так. Угу. Ну, в принципе, вот это мне не надо все. Хотя, ладно. А сколько оно весит вообще? Типа, ну, не должно быть много. Вот я по этой цифре сейчас ориентироваться буду. 5-9, да? Мало, в принципе. Так, ну что, в принципе, остальное мне все нужно. А, вот еще, точно. Забыл. Так, а где она? А, все, выложилась. Так, вот калаш у меня. Но у меня зато много патронов на вот эту вот самую. Блин, ладно, давай пока вот так вот будем ходить. Так, ничего там лишнего не выложили. Все. Тогда здесь мы сохранимся. И пошли до лесника сбегаем. Воду выпьем сейчас. Вот, друзья, думал уже в Лиманске сейчас будем, а смотрите, как все оказалось. И зря на этого бледного конячили, бледного мы играем, это наш главный герой. На ясного зря конячили, конечно. Хоть и немного, но все равно. Блин, такая мразь оказалась, но мы ее и убили сразу. Да, конечно. Такого поворота событий я, честно, не ожидал. Я действительно думал, он пропустит нас, либо... Сначала думал, пропустит, а потом, когда что-то пошло не по плану, подумал, что... Не пропустят, но мы как-то обойдем этот момент с мостом. Ну, то, что валить всех придется откровенно, это, конечно, немножко неожиданно сюда же было. Почему-то у нас нету лишь... Почему-то мы бежать не можем. У нас небольшой перегруз, да? Так, это плохой же хлеб? Панировочные сухари какие-то. Ну, вроде... А, ну, понятно, радиации нахватались. Кстати, дозиметра у Сахарова не было, я посмотрел. Не знаю, может, его вообще здесь нет? Ну, я не знаю, что вообще делать. Почему он так дышит? Ну, что с тобой не так?
Ну, еще одну ему воду выпить, хотя тоже... Ну, хотя ладно, ну, блин, ладно, мы еще радиацию сто раз успеем поймать. Вот здесь я оббегу, здесь, если я не ошибаюсь, радиации много, да, вот видите, фанило чуть-чуть. Ну и до лесника мы добегаем, посмотрим, что лесник нам скажет на эту всю ситуацию. А, это же Мазай, не лесник, ну ладно. Мазай, ты про помощь говорил? Они западло будут найму помочь? Смотря чем, бледный, сам понимаешь. Во-первых, услуга за услугу. Я тебя не знаю, ты меня. Во-вторых, говори чем, там посмотрим. Мне позарез Лиманск нужно. Пульт от моста уничтожен монолитом. Кстати, как и группа наемников на форпосту. Зачем мне в Лиманск, спросишь ты? Дед, извини, но тут ответа не будет. Но сразу скажу, вас это не коснется. Да, дела. Значит, наемников нет у моста. Монолит уничтожил пульт управления. Ну, спасибо за информацию, бледный. Ладно. Ты поделился информацией, поделюсь и я. Да, в Лиманск есть и другой путь. Но помнишь, что я говорил? Услуга за услугу. Да понятно, ты ж черт без палочки. Не томи, говори, что нужно Поверь делать. Поверь мне, грязной работы не будет. Ой, Вилли сдал. Ладно, беру свои слова назад. Работа чисто сталкерская. Хорошо. Вижу, что тебя это в напряге не держит. Недавно к нам сталкер появился. Хороший хлопец был. Вчера похоронили его. Собака погрызла сильно. Вылечить не смогли. Сам знаешь, как оно бывает. Перед смертью он рассказал, что есть артефакт. Очень редкий. Образуется в аномалии ведьмин круг. Детектор я тебе выдам, ты не волнуйся. Артефакт называется ведьмин глаз. Думаю, по его виду тебе будет ясно, что нашел именно его. Когда станешь, возвращайся ко мне, и вся информация по поводу пути в Лиманск будет у тебя. Даю слово. Готов? Ну, не пуха, бледный. Ну все понял, жди, дед, скоро буду. В общем, что, нам дали Велес, кстати, неплохо, очень неплохо. Только вот, друзья, не знаю, куда это барахло деть. Ну, хотя у меня барахла-то особо нет. Вот я патроны ненужные взял, я, наверное, их сейчас продам, все солью. Ну что ж, какая-то ясность есть. В этой аномалии мы уже были, ничего там страшного нет. Сейчас ходим туда. Ну и, в принципе, принесем этот артефакт. Да, сейчас я попытаюсь сталкерам что-нибудь продать, с ними же, наверное... А, нет, этот мне не нужен. Как на паузу-то поставить? Этот мне фраер не нужен. Так. А вот и торговля. Ой, не знаю, друзья. Наверное, все сливаю. Хоть и за мало. Ну, 2000 так-то нормально. Мне вот это же не надо все. Ну, смотрите, уже килограмм слили. Так, почему он только медведь не хочет у меня взять? Ладно, кому-нибудь другому солью. Угу. Прицел можешь продать, хотя или пригодится, ладно, продам все-таки. Много весит. Друзья, если честно, я не знаю, что-то у меня перегруз большой, но я не вижу, что можно... А, нет, вижу, вот. 9 на 18 мне надо. Что-то перебор. Я потом, если честно, уже ближе, когда ясность будет, наверное, в следующей серии, уже либо продадим, либо выкинем, чтобы было это самое... Ну, какая-либо переносимость. Просто сейчас вроде все так нужно. Вроде все по минимуму, все есть. Ну, посмотрим, продать тогда. Ну, вот, 1000 срубили, от 2 килограмм избавились. 49,6, все, он теперь не должен так уставать по законам сталкера. Проверим. В общем, что, надо сохранить эту запись. И вот, кстати, вот тут нельзя вот так вот их делать. Вот почему нельзя слаживать? Не понял я. Ладно, все. А, кстати, 5 бутылок водки. Вот я думаю, что, ну, хоть и радиация меня и гребет, но не настолько. Давайте, вот действительно, это много они весят. У нас спиртяжка от радиэйшена, есть всякие другие методы. Я просто 2 бутылки оставлю, и вот, смотри, еще плюс 2 килограмма мы сливаем. В общем, друзья, что? На этом надо сохраниться. И я сейчас запись приостановлю, ну, сохраню, точнее, и продолжим.
В общем, что, друзья, мы продолжаем. Побежали потихоньку к аномалии. Вырезать я, наверное, этот момент не буду. Давайте с вами о чем-нибудь поговорим, пока я бегу. В общем, что могу сказать? Давайте поделюсь своими... так, я же все продал, да? Своими, в первую очередь, впечатлениями. Во-первых, обескуражила данная ситуация, поэтому извиняюсь за бомбеж. Ну почему он устает? Ну он что, придурок или он издевается? Надо энергетиков в следующий раз накупить будет. Но у Сахарова вроде не было энергетиков, или я не обратил внимания. По крайней мере, обескуражила эта ситуация с тем, что вот так вот просто нас предали и мост взорвали. Я думал, все легче будет, думал, уже в Лиманске будем. Но сегодня, наверное, все-таки в Лиманск мы обязаны попасть, поэтому делаем все быстро. Что ж могу сказать? По поводу текущего задания никаких проблем возникнуть не должно. Ну как не должно? Посмотрим. Так, я что-то заряжаюсь, перезаряжаюсь, а то он магазины меняет. Бронебойные на обычные. Сейчас у него бронебойные, но их меньше, 11. Так что я уж тогда сейчас где 37 обычных возьму, 5.45 на 39. В общем, друзья, что? Погнали потихоньку. Так, мы уже отошли от примерного места назначения. Я не знаю, почему мразь так устает у нас. Ну, вообще, перевеса быть не должно. Даже 50 килограмм нет. Не знаю, что его так гребет, друзья, но надо тогда сливать. Но я не знаю, что. У нас просто, видите, калаш бы я оставил, он даже лучше оказался, чем... Блядь! А, это кровосос. Чуть сюда. Друзья, как-то так, я не испугался, просто наложил штаны. Ой! Браво, 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 браво! Да как ты, блин, друзья, все, я уже устал. Ладно. С какого хуя я не сохранялся, оказывается? Что пизди, что тут? Друзья, опять требую тайм-код. Я не верю, что я F5 не нажимал. Эта игра подставила меня, пидорастическая, извиняюсь за выражение. В общем, опять меня игра сбывает с мысли. Что я хотел сказать? Сейчас уже, по идее, должны быть в Лиманске. Что с Лукой, я не знаю. Скорее всего, плены у Монолита. Наверное, его освободить надо будет по сюжету. Нет тут ничего по этому поводу. Да, судьба Луки — найти лагерь Монолита. На форпосту пусто, точнее, все усыпано трупами, но среди них нет Луки. Скорее всего, фанатики смогли окружить его и увезти с собой. Мне придется найти место, куда отвели Луку. Ну, погнали, посмотрим, в принципе. Надо в Лиманск сначала попасть. Так, друзья, сегодня, может быть, серия небольшая. Ну как, по сравнению с предыдущими, ну, по крайней мере, наверное, мы в Лиманс попадем и там где-то уже закончим, чтобы такая вот логическая составляющая у нас была. Тем более, друзья, не знаю, раскрыть вам секрет или нет. Ах вы, суки! Да на изи, блядь! Сука! Пидоры! Сколько уже можно, блядь? Сука, эта хуйня даже не приседает, блядь! Да иди нахуй! Придурок ёбаный! Чё я тут делаю, скажи? Я не сохранялся все это время, пидорас ты ёбаный! Иди нахуй, шлюха ёбаная! Где постоянный присед этот ёбаный? Сука. Присесть. Где постоянный присед? Стрел, присесть, блядь. Мразь, блядь. Вот смотрите, вот я один раз. Блядь, я не понимаю, что с этим модом. Так, я уже забыл, на какую кнопку приседать. На shift бежать у нас была. Хули этот пидор ничего не делает? Он дурак, что ли? Присесть-то как в этой игре? Я уже забыл.
Мне он не приседает теперь. Я что, какие-то кнопки сейчас настройка? Подожди, я не понял. Подожди, он мне не приседает. Подожди, у меня сейчас он не приседает просто. Какую кнопку? Настрил же? Он не делает ничего. То есть, бля, ты даун, что ли, ёбаный? Или что ты делаешь? Ты что, издеваешься надо мной, пидорас ёбаный? Присесть, сука, Ctrl, а я на что нажимаю? Я нажимаю Ctrl, это хуйня, ничего... Вот, я Ctrl нажимаю. Почему ты, пидор, ничего не делаешь? Блять, ты ёбаная. Может, я уже в приседе? А, да я уже в приседе, а, сука, как из приседа выйти-то? А, вот. Вот, сейчас я Ctrl нажимаю, нихуя не происходит. Пидорас, сука, ёбаный. Он что, раз через раз приседает в этой игре или что? Или на какую кнопку он приседает? На пробел, что ли, я не понимаю? На какую кнопку приседать, сталкер? Я заглючил. На какую? На Ctrl же. О, я нажимаю Ctrl, нихера не происходит. Как присесть-то в сталкере, я не пойму. Блять, пидорас ебаный, тупо не приседает. Тупо не приседает, шлюха ебаная. А, его здесь в плен-то взяли? Ну просто он не приседает, вот, я на Ctrl нажимаю, из-за этого такая хуйня происходит. Что пидора убивает, нахуй? Мразь, блядь! Скотина ёбаная. Хуй пойми, что происходит, блядь. Почему не приседает? Вот я стою. Да пошел ты нахуй! Пошел ты нахуй! Пошел ты нахуй! Сука! Это бледина не приседает, ты говоришь, обнаружен противник. Я тебе говорю, да пошел ты нахуй! Да, сука, увидела же меня. Я его не вижу. Да, сука, выжила, бронежилет одела, кошка ебаная. Нахуй иди! Да пошел ты нахуй! Блять, тупая, сука. Вот здесь сиди. И не вылазь. Может, F5 нажать? Блять, блять! Ты законтачен, а не ранен. Я мочой в тебя стрелял. Мразь, блять. Ох ты, сука. Ох и шлюха. А это чё, почему потемнело все? Еще на меня какую-то хуйню натравили, блять. А, ну понятно, понятно. Понятно. А что это было, подожди? Что это? Почему? Это что? Что? Это какая хуй? Это что? Какая? Какого хуя эта игра заставляет меня бомбить? Пидорасы, сука. Какая хуйня приплыла и убила меня, если я с монолитом воюю? Какая хуйня меня ёбнула? Да пошел ты нахуй. Сука, не запрыгивает еще специально. О, себя, надеюсь, подзорвали, мрази, нет? Какое хуевое оружие, я не могу. Откуда шью? Че, F5 нажмем, все равно все проебано. Куда оттуда ты? Оттуда еще откуда-то. Блять, их надо в туннеле было всех зарашить. Надо тупо им гранату туда кинуть было.
Да ты слюх! Нахуй пошел! Он сейчас сюда придет. Все, убил. Он без брони. Где шлюха? Я ее не вижу. Отцу, сука, иди нахуй. Необходимо передохнуть. Да пошел ты нахуй, блядь! Я нормально уже их завалил, кстати, без шуток. Если раз, два, три, четыре, пять, шесть. По мини-карте считаю. Еще трое их, да, там. Может гранату кинуть пидором. А, шлюха, я не на ту кнопку нажал. Но она все равно кинулась. А в вагон залетела, пидорша. Так, тут нет, что ли, никого? Так, можно гранату убрать, не кидать? Ну, я... Я не хочу, я хочу лучше. А, здесь пидорасы ебаные. Вообще не задело, да? Ах ты, шлюха. А, она в ответку гранату кидает. Ух ты, пидорас! А какое оружие уебищное? Я в жизнь не помню, чтобы у нее такая дача была у ГП-37, бля. У G36. Друзья, я пока их лутну, пока возможность есть. И мы, потому что сейчас прямо уже будем в скором времени, скорее всего, оружие менять. Потому что G36 ходить нереально. Я ее при первой же возможности сливаю. Это такой бред оказался. Хорошо, что там возможности ее прокачать не было еще. Ну как, она была, но незначительно, так как я инструменты не нашел. Но все равно, друзья, такой бред. Кстати, дробовик какой-то может поменять. Ну хотя мне смой устраивает. А, да, да, конечно, я не могу нести ничего. Так, я прицел на всякий случай отсоединю. Давайте вот эту G3, вот с этой будем стрелять. Так, ну дробовики, ладно, я выбрасываю все-таки я. С этим хочу походить. Он нам против мутантов неплохо. Мне бы какой-то сейчас... Шлюха! Я не сохранялся, нахуй пошла, тварь! Где левый сейф, я не вижу. Откуда пидор? Откуда он вылез? Откуда? Не из пещеры же даже. Блять, ёбаная. Пидорас, сука. Отныне отдельная чашка, отдельная тарелка, блять. Курсуешь всех, что ты пидор, блять. Душевный пидорас. Иди нахуй. Ну, это мы сливаем, скорее всего. Если что, потом. Но я патроны оставлю. А так сливаю. И вот сейчас она не в пригодность придет, я вот эту тупо буду юзать. Она, мне кажется, лучше будет, чем вот этот G36. G36 это такое говно. Я бы ее уже выкинул, просто у нее состояние получше. Или в пизду выкинуть эту поставить. Да вот она просто нахуй идет. Может, это не лучше ничем, но та точно пушка идет нахуй. Может, это даже еще и хуже.
пушка окажется. Ну та точно нахуй идет. Я не ожидал, что в этой моде G36 так будет себя вести. Но она может из ДТР взята, я не знаю. Ну, по крайней мере... Не знаю. А, вот где вторая пещера-то была, да? Ты же, пидор, сидишь там? Один сидит, пидорас. Ах ты, шлюха! Нахуй пошла! Ну, кстати, это получше. Тоже отдача большая, но как-то получше, что ли, мне показалось. Ну-ка, где этот самый мой друг? Твоя взяла неверно. Убей меня, как и моих братьев. Ах ты, вы шлюхи, вы моего брата завербовали. Ах вы мрази. Ах вы суки. Это Лука был. Хорошо, что я его не застрелил. Твоя взяла неверно. Убей меня, как и моих братьев. Убей. Лука, ты ли это? Черт, видимо, да. Слушай меня, я твой друг, бледный, помнишь? Мы были на форпосту, на нас напал сначала зверь и другие наемники, потом на шум прибежали фанатики, они тебя и скрутили, а теперь вот это. Ну, вспоминаешь? Я слуга Монолита и только. Я не подчинюсь тебе. Хочешь убить? Убей. Нет, уходи. Дохлый номер. Ладно, будь по-твоему. Так, а ничего. Судьба Луки, решить судьбу Луки, но я не хочу его убивать. Если что, мы еще с ним сомкнемся в какой-либо схватке. Блин, ну братанчика нашего жалко. Не, убивать я его даже не собираюсь. Судьбу Луки решить. Зачем мне его убивать? Либо я... Не, ну как наемник я должен бы его убить, но зачем? Смысл какой? Тем более он всего лишь монолитом стал. Если спасти нет возможности, то зачем убивать? Но он монолитом стал. Монолитовцем. О, нифига себе, что я нашел. Ну а какой смысл от убийства-то? Если надо будет, я его и так убью. Потом. Нельзя же его, да, обратить никак к себе обратно. Ну разговора нет. Ну тогда я что, я его... Даже помиловать-то тут неправильно сказать. Просто не буду трогать. Все, да, я решил судьбу Луки. А что нам, подожди, задание Сова говорит? Оказалось, что этот монолитовец и есть Лука. Точнее, был... Им. Сейчас это очередное пушечное мясо с промытыми мозгами. Я должен решить убить монолитца и оставить живых. Но я оставляю живых. Что задание-то не скипается? Кстати, друзья, давайте сохраним запись. Да, судьба Луки решено. Блин, и что мне с Лукой делать? Я, может, конечно, потом как-нибудь возможность его спасти будет какая-то. Но это, ну, я не знаю. Может быть и не будет. Но это лучше, чем убивать. Всякое бывает в этой жизни. Есть вещи и посильнее. Убийство. Ладно, все. Я сейчас запись приостановлю, сохраню. В общем, друзья, мы продолжаем. Что-то радиация слишком здоровье, да, губит? Да. Давайте хоть водку. У меня ее миллиард. Водка Путинка. Она, кстати, охрененная. Давайте ее выпьем. А, кстати, она что, здоровье еще прибавляет? Или не показалось? Ну, кстати, если бездействовать, оно само прибавится. В общем, сегодня серия будет короткая. Ну как, по моим меркам короткая. То есть, по сравнению с двумя предыдущими. Что мы получили? Луку. Извиняюсь, кстати, я хочу извиниться. Я хочу извиниться за мат, за бомбеж, за трехэтажный мат. Друзья, ну, вы видели. Я не знаю, почему, но меня эта серия свела сегодня с ума. Точнее, вот этот вот момент. Сейчас я говорю, пока здоровье прибавляется у главного героя, или оно не прибавляется. Ну, давайте смотреть вот здесь, вот метку поставим. Меня просто с ума свела вот это вот эти моменты. Они... Не знаю, почему у меня присед не всегда работает. Я думал, у меня зажимается присед, постоянный присед, из-за этого какие-то проблемы с этим. А оказалось, он у меня просто не всегда вообще срабатывает. Вот. И что из этого следует? И поэтому меня как придурка убивали, и то есть тут запись такого плана, что надо сворачивать игру, запись начинать, заканчивать, я не знаю. На монтаже, конечно, все вырезать это можно, если запись не будет лагать, уточню. То есть, а по-другому и никак. Ничего-то вообще не работает. В общем, из-за этого бомбило, что меня каждые 5 секунд убивали. И, друзья, давайте все-таки забудем эти моменты. Ну да, немножко сошел я с ума. Бывает. Ну что-то, ну не знаю, ну прямо... И какая-то мразь приплыла, убила. Ну, короче, друзья, просто разозлился. В общем, ладно, вот тут трупы стоят. Ой-ой-ой, они еще и
фонят или что где-нибудь делают. Кстати, ой-ой-ой, нифига себе тут артефактов. Слушайте, может мне вообще за кадром... Сегодня небольшая серия будет, сейчас мы, наверное, узнаем переход в Лиманск. И, наверное, на этом закончим. Просто я думаю, может мне еще за кадром сбегать на янтарь, продать нормальную фигню. Например, вот оставить что-нибудь такое или что. Вот я даже не знаю, что и делать, какое мне оружие использовать. Может мне вообще, хотя на калаш уже патроны появляться стали. Друзья, вообще не знаю, что с оружием делать. Ну вот это мы, кстати, сейчас все выбросим. Это я, видимо, набрал. Забыл выбросить. Так. А, кстати, а тут нормально можно залезть. Так, ну это, блин... А, ну это тот, что мне надо, в принципе, артефакт. Я обрадовался, два артефакта. Один-то мы все равно отдадим. А, подожди, у меня присед на X. Ах ты мразь! А подожди, а как меня игра-то так обманула? У меня на Ctrl должен быть присед, а не на Ч. Шаг же Ч написано, у меня на Ч присед. Не понял я. Че, у меня вот так вот? Шаг Ч. Присесть Ctrl. У меня присесть Ctrl должно быть. Ctrl. Нет, присесть тогда у меня должно быть Ч. А шаг Ctrl. Да? Да! Разработчик что-то там места... Или нет? А сейчас ничего не работает. Друзья, разработчик какое-то говно придумал. Подождите. Присесть. Ctrl, шаг, Ч. А у меня он на... Ctrl не работает. А Ч работает, присесть. Друзья, это со мной что-то не так? На Ч, короче, приседание в этой игре. Пидорастической. А, ну понятно, в принципе. А, кстати, у меня почему-то уже... И правая кнопка мыши перестала работать, левая точнее. И я умру сейчас в этой игре. Друзья, ну, в принципе, этим и все сказано. Разработчик пидорас, и он говно придумал. Короче, тут какая-то проблема с управлением, что ли, я не понимаю. Подождите, это, конечно... Извиняюсь, что не за кадром это делаю, но подождите, у меня уже и кнопка мыши перестала работать. Приблизить маус 2. Друзья, лучше бы я вообще в это управление не лез. Давайте еще раз загрузить запись. Попробуем. У меня просто болт уже не кидается, чтобы вы поняли. Вау, у меня болт не кидается. Ну-ка, подожди. Все, у меня не работает левая кнопка мыши уже. Разработчик какую-то хуйню придумал. Придурок ебаный. Пошли наугад тогда, я не знаю. Но у меня сейчас страх. Ну, понятно. Так, а где артефакт хоть узнать был? Да, блядь, ты придурок ебаный! Да, сука, ну, блядь, ты! Ай, блядь! Сука, ты заебала! Мразь, сука, ебаная! Че, игру перезагружать, я не понимаю. Что за бред ебаный? Сколько хуй это происходит, ты, блядина ебаная? Иди нахуй, пидорас! Где, блядь, заюзалась мышка? Почему она у меня не работает? А, оно слетело, да? Подожди, огонь надо нажать или что? Ну, огонь вот так вот должен быть, маус один, да? Сейчас проверим, работает нет. Чего аномалия? А, да, заработало, друзья, ладно. У нас времени немного на эти действия, но и артефакты я так и не понимаю. Это рядом уже. А, ну он уже сдох. А, и взлетел. Полетел, сука. Упал, блядь. Придурок ебаный. Слушай, да иди ты нахуй вообще, пидорас. Да я в рот ебал. Если еще какой-нибудь хейтер напишет хуйня, да я тебе... Блядь, да пошел ты нахуй, пидорас. Я, блядь, ты такой, сука, пидор ебаный уже. Стоит, сука, и хуйней страдает. Мразь, сука, ебаная. Иди нахуй, пидорас. Да пошел ты нахуй, я в рот твой артефакт ебал, не в хуй не усрался, блядь. Задание я выполнил, выполнил. А остальное просто иди нахуй, пидорас, просто иди нахуй. Иди нахуй, сука, уебок ебаный, иди нахуй просто, пидорас. Иди нахуй, сука, бледина ебаная, иди просто нахуй, сука, своим управлением конченным. Придурок, сука, ебаный, нажимаю, блядь, присед он не нажимается, на че приседает, ну не пидор ли?
Даун ёбаный, сука. Хотя че это вообще хуйня какая-то? Че это должен быть шаг? Это шаг, что ли? Ну да, может быть шаг. В приседе, блять. Точно задание выполнил, да? Короче, в пизду, я в рот этот мод ебал, я от него отдыхаю. Он меня заебал, блядь. Хотел нормальное прохождение адекватное сделать. В итоге, чтоб пидорас, блядь, ору тут, сука. Да пошел ты нахуй, блядь! Да ты хули устала-то, чепу... Ай, блядина! Вот сучара! Ах ты шлюха ебаная, у меня слов тупо нет. Ну, тупо пидор, тупо пидор. Тупо пидор, тупо пидор, тупо пидор. Сука, мразь, блядь. Урод ебаный, сука, моральный, сука, желудь, сука. Пидорастическое жерло, бля, вулкана, нахуй. Гондон, сука, блядь, прозрачный. Утырок стеклянный. Мразь, блядь. Кисло-сладкая. Молочный продукт недоделанный. Капуста, шаурма прокисшая. У тебя вот там сталкер... А нет, там показалось. Показалось, приснилось. Друзья, не знаю, вряд ли это сохранится. Но на нет и суда нет, плевать. Ну как, где взаимодействие? А колбасу и батоны нынче хреновые делать. Блять, блядины. Выпили уже хорошенько. Где взаимодействие, я не понимаю. Самые ленивые — это военные. Выложу, если как бы плевать. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Ты не прав. Сейчас еще, кстати. Друзья, все, давайте, вот эта серия будет вот такая неадекватная. А, 1800, да, за бутылочку. Ну, чтоб ты сдох с этой бутылкой, пидорас ебаный. Я тебе так же как-нибудь, как ты ко мне, и я к тебе. Козел ебаный. Концентраты, блин, сплошные. Это... Придурок! Придешь вечером, а баба Коза ебаный. По максимуму продаю все, что можно. Может вообще сигареты продать, у них много. Кстати, они радиацию уже снимают, точно, я забыла. Зачем мне водка, если у меня сигареты есть, которые радиацию снимают, точно. Я забыл за эти моменты. Кстати, сигареты ничего не весят, их продавать смысла нет. А, кстати, у меня от радиации еще эти конечно, как курочка делает. Мразь, блядь. Конфеты. Послушайте, мужики. Ну, 6,8 сольем, в принципе, нормально. А это что, я забыл? А, это лосось копченый. Слушай, ну нормально так. Да, я не знаю, правильно ли я сделал, что пулеметные патроны слил. Ну, друзья, ну не надо мне. Почему я пить-то хочу? Я только что ж воду пил. Или мне показалось, приснилось. Ну, хотя у меня есть вода, но, друзья, она ж быстро уходит. Ага. Ага, теперь меня и к этому, да, не пропускают? Что ты тут встал? Проныра. Эй, мэн, слушай, тут дело есть. Отвечай, не пожалеешь, если согласишься. Ну давай, что это за дело? Дед не тот, кем ты его считаешь. Он многих пацанов на бабки кинул. А дело у меня к тебе такое. Я слышал, что тебе в Лиманск нужно. Ладно, допустим, что ты предлагаешь. Но я его пошлю, конечно, мне просто интересно, что он вообще предложить-то хочет. Надо же сначала выслушать человека. Я знаю, как туда попасть, но взамен я попрошу у тебя долю от того арта, что ты старому хрычу нес. Ну так, согласен. Бля, ну ты дура ебаная, ты матери своей такое предложи или отцу пидорасу, что тебе выродил. Пошел нахуй. Ты бил какой-то ебаный. Если бы мне конкретику какую-то внес, я бы еще отреагировал. Ну а какую-то хуйню несет. Мутный тип, давай мне. А ты за себя-то обоснуй вообще, кто ты по жизни-то являешься, блядь. Я вот конкретно с тебя спрашиваю. Проныра, блядь. Ты чепуха, а не проныра. Если бы он с какой-то ясностью хотя бы ко мне обратился. Кидает на бабки кого-то. Ну, блядь, от твоих стулов отталкиваться я тоже не могу. Я не знаю, кто ты вообще и как. Кидает на бабки. Ну, может, и кидает, я чё спорю, не знаю. Ну, давай мне долю от артефакта, а я расскажу, где телепорт.
А ты откуда вообще какие-то телепорты тут знаешь? Слушай, давай, я человеку обещал, а в меру порядочности своей к человеку иду. А что там голове этой надо было? Мне до пизды вообще. Если меня он кинет на бабки, я действительно его завалю и к тебе приду. Я же могу так сделать. Если этот гад меня кинет на бабки, я к проныре схожу и скажу, говори, где телепорт, я деда убил, я тебе еще и ЛВ дам сверху. То есть вообще нормально. С чем пришел? Ну что, Мазай, встречал, доставил так я артефакт. Какой? Ведьмин глаз. Кстати, забыл. Спасибо тебе. Теперь мы организуем группу посильнее. Я тут тебе кое-что припас, пока ты бегал. Помимо информации о пути в Лиманск. И да, детектор себе оставь. Пусть хорошему человеку служит. А теперь слушай. И слушай внимательно. Я недавно наведывался в шахты. Там внизу есть то ли аномалия, то ли еще что-то. Так вот, аномалия эта может переместить в Лиманск. Есть путь обратно. Я уверен, если тебе понадобится вернуться, ты его найдешь. И еще, с этим артефактом мы начнем кое-что. Есть мысли о преобразовании нашей общины сталкерской. Знаешь что, бледный? Пути и дороги разные, но мы тебе всегда будем рады. Кстати, я забыл еще посмотреть свойства этого артефакта, что за арт я вообще нашел. Ну ладно, не суть уже. В общем, что? Хороший дед Мазай оказался, а проныру надо пулю в голову пустить, гаду. Потому что, вот, когда порядочного человека очерняешь, имя тебе, блядь. Так что проныру зарезать надо. Так, а ну а так вообще, что хочу сказать. Эта серия потихоньку подходит к концу. Единственное, что я не знаю, как попасть. Ну, то есть, я не понял, где телепорт находится. Как бы понял, но не понял. То есть, где-то в шахтах, где я только что был, вроде как, да? Все, понял, я перепутал, шахты тут рядом. Короче, друзья, мы, наверное, телепортируемся в Лиманск, и на этом данную серию уже заканчиваем, она будет намного меньше предыдущих. Ну, хотя не суть, что меньше, но меньше. По крайней мере, позапрошлый точно меньше. Что-то он мне припас где-то, а где он мне припас, что я, кстати, проджибал? А, может, про деньги имел в виду. Ладно. Спасибо, Маза. Я побежал, времени, сам понимаешь, в обрез. Посмотрим. Не хочу загадывать, но постараюсь на огонек забежать. Кстати, а зачем, кстати, мне вообще какие-то сахаровые сейчас про. Ну, вам недавно предлагал, может, мне за кадром сбегать на янтарь, если он тоже ремонтом модификации занимается. Единственное, что я вот про этот, про ящики понять не могу. Типа, слушай, Маза, что у тебя за ящик? Инструменты хранишь? Да не, зачем? Это мне туда сталкеры ненужное барахло кладут, а я копаюсь на досуге. Какая им выгода отдавать тебе свои вещи, лучше уж продать. А, ну вот он хоть более-менее объясняет, для чего эти ящики-то. Это дело каждого, таскать мне свои вещи или нет. Дело в том, что они мне даже наглухо раздолбанные вещи приносят. Но даже в ломаном стволе или рваном комбезе что-нибудь полезное да найдется. А я потом ребятам копеечку забашляю, вот так-то. Вот оно как. Ладно, как-нибудь я тебе что-нибудь притащу. Кстати, друзья, вот тоже очень интересно. Ты, видимо, им оставляешь, а они потом в качестве бонуса что-то, ну, предлагают со временем. Вот это, слушай, интересное нововведение. Я не знаю, это разработчик данной модификации придумал или... Или это уже из какого-то мода позаимствовано. Но, по крайней мере, то, что это есть в данном моде, хоть и позаимствовано, все равно разработчику респект. Я первый раз, если честно, такое вижу. Так, ну, в принципе, тогда до встречи. Так, я выложил не туда этот пистолет-то, не туда выложил. Может, в ящик ему выложить, может, награду потом дадут. Так, ну, а с оружием, наверное, все, я просто потом... Я просто вот не знаю. ЛНР, ДНР я выкину, как патроны кончатся, и с калашом буду ходить. Слушай, может, тогда калаш он мне подремонтирует? Ну, спать-то можно, я надеюсь. 9 часов, 4600 калаш чинить. Давай его починим, потому что, скорее всего, с калашом я этим еще долго буду бегать. Калаш я починю, хоть мне он не очень понравился. А вот это все равно, это так, честно. Ну, хотя вот эту тоже бы починить. Ну, 5000. Ах, ну, хотя мне хватит, если я и то починю. Давай починим, на самом деле. И так у нас оружием беда. А тут хотя бы малость по малости будет что-то.
А проныра-то где? Так, это бродяга, я понял. Так, через паузу скипую диалог, он мне не интересен. А вот это проныра, да, был? Блять, тут радиация. Ну, не разговаривает даже со мной. Чепуха, не вышло у него ничего. А, калаш мы отдали, да, в принципе? Сейчас надо место, где поспать это можно найти. Если он тут есть, он должен быть. Да, да, все нормально. Разработчику респект. А что такое тяжелое? Весь потел. Да, блин, спотеешь тут. Так, себе собер. Патроны эти пронебойные на склад перейти. А, кстати, а давай сразу посмотрим, почему нет. Вообще, что изменится. Ну, просто интересно резко стало. Может быть, я сейчас все равно буду спать какое-то время. Может, награда потом будет. И, так, я же не могу еще это улучшить, да? Техник занят другим заказом. Ну, понятно, в принципе. Сейчас и еда уйдет, и консервы уйдут, и вода уйдет. Все уйдет. Я понял, ладно, хорошо. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор смотрел его и говорит: вот это от нервного напряжения. Че, ну сколько заводить-то сейчас, в принципе, раз, два, три, четыре. Блин, а сколько он сказал будет? 9 часов делать или сколько? Давай до часа ночи спим. Может, заказ уже готов будет. Просто не помню, то ли 6 часов, то ли 9 должно быть. Блять, ну мне ничего не сказали. 7, 8, 9. Да, вот сюда тогда. Да, все, зайди ко мне, твой заказ выполнен. Друзья, ну что, коль уж деньги есть, я их все сейчас солью, наверное, на починку оружия. Хотя смысла в этом немного, но, друзья, мы все-таки в Лиманс идем. Там крути, не крути, стрелять придется, так что. Ну, понятно, не ходить ничего толком нельзя. Ну, друзья, я попозже поем, наверное. Буду надеяться, что мы... Ну, наш главный герой не умрет. Так, подожди. А, вот, смотри, 46. Слушай, интересно. Так, ну и... Тогда вот эту почини мне и все. Так, ну все, денег хватает. Даже еще сверху осталось. Друзья, посмотрела записи немножко. Что-то в плохом качестве они. Но эта игра не захватывается как надо. Ну, в принципе, вот у меня нормальный стоит. И битрейт, и качество самые такие. Так что, друзья, если что, извиняйте. Ну еще у YouTube, кстати, качество убьет нормально так. Ну, друзья, другая игра будет уже более качественная. Это вот тогда так как-то так. В общем, что могу сказать... Блять, ну, конечно, ты устал. Конечно, ты устал. В общем, что могу сказать? Спим, значит, до утра, забираем свое оружие и текаем в Лиманкс. Все. Лишнего у меня особо ничего нет. Кстати, надо пистолет будет поюзать как-нибудь. Да ты вообще издеваешься, что ли? Ну, ты вот такая мразь, что ты вообще идти даже не можешь от слов совсем. Так я же не мой. Что ты ржешь, ты? Голова, блин. Тупорылая. Все, на 8, на 9, ладно, заводим. И в Лиманкс прыгаем. Зайди ко мне, заказ твой выполнен. Да я в курсе, в принципе. Что меня ты напоминаешь так каждый раз. Так, надо что-то заюзать прямо. Давай лосось съедим. Не знаю, сколько он насыщения дает, но, судя по всему, мало. Жрать тут конкретно. Табак есть от радиации. Все, запомнил. Орехи 8500. Нифига себе, ну орехи-то съедим. Все, голод сразу пропал. И что у нас? Минералка. Ну, давай минералку выпьем, чего нет. Ну, воды, кстати, у меня появилось. Но ее покупать надо. Ладно, я надеюсь, где-нибудь в Лиманске или в Припяти будут торговцы. В общем, ну, других вариантов у меня пока нет. Так что крути, не крути мне. В Лиманкс нужно. Но воды я тут нигде дополнительно не куплю, как я понимаю. Кстати, там вот патроны продает чувак один. Сказал, что долг патроны продает, но у меня денег на патроны особо нет. Или перед Лиманском закупиться стоит. Давайте вот сюда сходим. Блокпосту Каппера, важный персонаж. Ух ты.
Я что-то пропустил в этой игре? Важный персонаж какой-то. Как-то мой заказ до встречи. Ну, в принципе, все. Друзья, ну что ж, давайте вот так вот сохранимся сейчас. И, в принципе, уже будем отсюда в Лиманс уходить. Ну, хотя, может быть, серия и не будет короткой, так как там какой-то важный персонаж, возможно, будет какой-то и квест. Хотя, если честно, никаких мне сейчас застрял дополнительных квестов проходить и не хочется. Вот тут аномалия есть, сейчас артефакты еще посмотрим. Ну и все. Да, друзья, хотел сегодня в Лиманске побыть, но, видимо, уже как-то в другой раз. Да, действительно, есть что-то на продажу, ну, пусть будет, может даже от радиации. Ну, от радиации вряд ли я в такой аномалии что-то найду, хотя, возможно, все. А, тут радиейшн вообще убивает просто. Ну, стамина здоровья вроде нормальная. Так, что-то нашел, сохранился и, ладно, отсюда сбежал. Да, получилось. Так, радиация у нас... Вот дозиметра нет, радиацию смотреть. Может, он встроенный в эту игру, на такую-то клавишу нажать, я не знаю. Ладно. Ну, так вот никакого сейчас тут нету взаимодействия. Так, давайте выкурим тогда какую-то сигарету. У нас 7 миллиардов. Мальбушку, например. Все, и радиация сейчас уйдет. А вот это долг, они патроны не продают. Я просто хочу все 3000 сейчас. Хоть это будет 10 патронов, хоть 20, но все вот эти деньги... тупо за патрон отдать, потому что что ждет меня в Лиманске, это я не знаю. Здорово! Можно потырить энергетику, вот. Ой-ой-ой, ну ладно, потырим. Морду набить. Морду набить. Набьете, набьете. Время дорого, рассказывай. Это ж придумали, да, свободу, долг, еще идеи. Помню, в детстве все еще на группировки делились. Ну, фанаты сталкера, кто имел в виду. Типа в комментах, в социальных сетях, в соответствующих группах писали: я за свободу, я за долг. Там споры даже серьезные на эту тему были. Так, а чё радиация-то не вышла, я не понимаю. Че, он мало перекурил, что ли? Давай Пётр Первый еще ёбнем. Ну это бред полный. Ненормально радиейшн же выводит. Странно, чё радиации нет. Ну может, у нас много её. Чё за артефакт-то? Ага, радиация плюс. Ну, продадим потом, лунный свет называется. А, кстати, да, радиация ушла. Так, важный персонаж. Я надеюсь, квеста никого мне не дашь, просто я у тебя патроны куплю и пойду дальше. Наемник? Интересно, интересно. Кто послал? Никто, начальник, сам по себе. Вольный, значит? Ладно, допустим, я тебе поверил. Допустим, я тебе поверил. Можешь располагаться, у нас места хватит. Но учти, если вздумаешь злоупотребить нашим доверием, на виллы быстро подымем. Все ясно? Так точно. Вот и славно, больно боец есть. Так, ну, в принципе, все. А, все что ли? А патроны кто мне? Важный персонаж написано. Странно. А кто мне патроны-то сольет? Мне патроны обещали. В первой серии мне патроны обещали. Сказали, тут есть долг, он патронами... Барыжит, ну, нету патрона. А, торговля можно. Понял. Слушай, а тут нормальную можно эту самую было. Так, а чё? Это патроны, да? Так, а чё, может тут что-то... А, кстати, блин, сюда можно оружие было продавать всякое разное. Потом можно было сюда всякие вот эти апгрейды продать по типу прицела. А, кстати, может один прицел продать? Кстати, у меня прицел же один был. Вот. Точно, я его могу, кстати, прямо на эту самую повесить. Точно, все идеально. Так, но у них разве что мне... Кстати, по аптечкам-то нормально все, ну, очень даже неплохо. Да, интересно, у них образцы оружия, конечно. Даже ТТшник есть. А чем он стреляет? 7,62 на 25. Ну, в принципе, да. Логично. Блин, у меня опять от костюма ничего не осталось. Кстати, а костюм... Ну, да, на костюм мне не хватит сейчас. Кстати, может, артефакт можно продать, нет? Блин, скотинства нет, похоже, я его не вижу. Да, не, нельзя. Вот скотинство какое. Блин, мне просто сейчас не хватит на починку брони. Блин, а я думаю, что это очень плохо будет. В Лиманск без брони? Не знаю, как в Лиманск без брони идти, но, друзья, вам интереснее меня в следующий раз смотреть будет. Получается. Давай вот так вот сделаем. Что-то, мне кажется, много антирадов слишком у меня. И на эти деньги я патронами закуплюсь. Завалиться бы сейчас, подрыхнуть. А хотя, кстати, дипломатичная цена. Я думаю, мне не хватит даже. Так, ну дробь смысла нет брать. Давай тогда на это. Так, и на ЛНР-ку нет ничего. Че, дробь что ли взять? Давай возьмем дробь, почему нет?
Вообще 200 рублей стоит, нифига себе, я бы знал, что тут такие цены. Так, ну в принципе мне больше ничего и не надо. 2000 у меня остается, пусть будет. Так, воды у тебя нету купить никакой. В общем, друзья, не знаю, как-то так с горем пополам, наверное, двинемся мы сейчас, прямо сейчас в сторону Лиманска. И на этом закончим данную серию. Вышла она, наверное, все-таки большая, больше часа точно. Но, друзья, как-то так. Думал, будет короче, но в итоге получилось в обычном своем таком размере. Не маленькая и небольшая. Средненькая. Так, друзья, ну, в принципе, давайте еще раз посмотрим, все ли мы взяли. Блин, надеюсь, на следующей локации... О, вообще идеально. Надеюсь, на следующей локации нормально все будет с оптимизацией, потому что тут вот FPS, ну, мало. И это видно. Да, не знаю, как мы с этой броней побитой справимся. Но, по крайней мере, даже будет так интереснее. В общем, что? Спасибо за наводку, дед Мазай. Ну, а я... А я убегаю отсюда. F5. И нам куда-то сюда. От Мазая получил координаты телепорта, который способен отправить меня в Лиманск. Судя по координатам, находится в нижнем ярусе старых шахт. Начинаются радиоактивные осадки. Вовремя я тут оказался. Кстати, тут, наверное, мрази всякие есть. Так что, друзья, извиняйте, если я сделаю запись сейчас на всякий случай. В общем, друзья, ладно, на этом мы закончим. Следующая серия будет позитивная, потому что в этой было много негатива. Я не знаю, может кому-то смешно, когда я бомблю еще чего-то, но, по крайней мере, друзья, на всякий случай я извинюсь перед подписчиками, которые смотрят прохождение. Но они больше смотрят из-за меня прохождение, не из-за игры. Ну нет, где-то из-за игры, конечно. Кому-то интересно от меня посмотреть игры, где-то халфу, где-то еще Metro Exodus кто-то просил. Ну, он у меня был на канале, но перепройти там с дополнениями. В общем, друзья, что я могу сказать? Я такой, какой есть. Если вам не интересно прохождение, ну, не смотрите, и я на Ютубе тогда стримить не буду. Ну, какой смысл, если я данным творчеством не интересен? Но я делал это всегда для души, а не для каких-то там целей стать, например, там, знаменитым, там, зарабатывать этим. Нет, я про это не думал никогда. Я это так чисто делаю, отвлечься, что ли. От повседневности уйти в виртуальную реальность и так далее, друзья, не больше. Так, друзья, мы что-то набрали всего, может это продать, блин. Но я думаю, что уже поздно. Ладно, если что, заюзаем, а если сильно надо будет, продадим. Я не думаю, что в Лиманске какие-либо есть торговцы. Вообще не думаю. Но, по крайней мере, после Лиманска же нам куда-то в Припять надо будет. И если, в принципе, в Лиманске... По иронии судьбы, опять же, мы надолго не задержимся, то в Припяти точно должны быть торговцы, так что продадим. Ну а сейчас, друзья, эта дорога, возможно, даже в один конец. Не знаю, буду я еще в данной модификации в подобных местах гуляться не буду. Кстати, мы арты уже нашли. Ой-ой-ой. А, блядь, а я сохранился. Вот нахуя? Нахуя? Короче, я понял. А, кстати, а есть там от радиации артефакт был? Это мне химзащита нужна была. Вот сука. Я сейчас не переиграю никак. Заново только. Не, ну как заново? Я специально большое сохранение сделал. Ну да, это пизда. Он типа тупо пидор дохнет. Пошел нахуй, короче, пидорас, ебать. В рот ебал. Хорошо, что я большие сейвы делаю. Так бы мы охуели сейчас. Просто не посмотрел. А представляете, на F5 бы всю игру сохранялся. Только с автосейва бы пришлось. Ладно, в принципе, я тут лутну. Хоть мне это и не надо, но лутну. Блять, не упасть бы, нет, не упал. Лут, хоть мне это и не надо, но сейчас по-быстренькому лутну тут. Чё не очень хорошо лежит. И, в принципе, будем уже... То же самое все делать. Я посмотрю, но от химзащиты я не помню, чтобы у меня что-либо лежало. Ну да, друзья, бред, конечно, все. Да, вот водки много нашел, она мне не нужна. Ну, хотя от радиации нужна, но хоть, ну и не нужна. Вот как-то вот так вот парадокс, но... Ну, вот так вот как-то. Так, ну вроде... Ага, вроде это все. Ну, вот здесь еще в ящиках, естественно. В общем, друзья, на этом я, наверное...
откланяюсь в скором времени. Эта серия будет минут 5 максимум идти, даже меньше намного. В общем, с вами был канал Прохождение с Михаилом. До новых встреч в Лиманске. Всем удачи и пока. А я сейчас попытаюсь забрать арт и, в принципе, переходим на другую локацию. Вот единственное, что архим защиты, я не знаю, может, у меня какие-то таблетки, я сейчас посмотрю. Ну, я не вижу, какие таблетки тут были. Так, это архим защиты же не помогает. Это от электрозащиты. А если научную аптечку сожрать? Ну, она мне не поможет же, наверное. 4 научных аптечки уже, нифига себе. В остальное... Подожди, в остальное здоровье у него плюс 2. Ну, у них везде плюс 2, так она... А, вот только у аптечки первой помощи плюс 1. В общем, подожди, у меня же кое-что получше плюс 2 есть. Плюс 3 есть, например. А, ну у него плюс 3 есть. А, нет, плюс 2, плюс 2. Плюс 7 есть военный стимулятор. Че, вот так вот попробовать? F5 нажать. Ну, все, у меня, по идее, какое-то есть преимущество небольшое по времени. Да, вроде я не умираю особо. Суч, так. Че, F5 нажать или нет? Да все, я уже не успеваю. На всякий случай, вот у нас специально для таких событий есть левое сохранение. Так, забрал, забрал. Или не забрал. Давай еще один стимпак, что-то не получается. Да, ну понятно, мы тут же умираем. Ну вот, вот хуй пойми, как действовать, бледины, сука, ебаные. Хуй поймешь, как это вообще сделать-то вообще все. Ай, ну еще без детектора не выйдет сейчас нихуя. Так, а что там? Там два их, что ли? Ой-ой-ой. Так, ну мне не хватит, да, этого стимпака? Ну? Слушай, да пошел ты в пизду тогда, блядин. Ах, ну сука, шлю. У меня слов нет комментировать хуйню эту ебаную. Да ебать все, сука, по секундам рассчитан. Ну как играть-то в эту блядину, сука? Тише. Я уже не те кнопки тупо жму. Я вот не знаю, вот сделать запись, ну давай еще левый два, например. И чё мне, давай научную аптечку попробуем съесть, если чё я сохранился. А, это я аптечку первой помощи взял. Но я не успеваю даже, этот пидорас тупо умирает. Да пошел ты тогда в пизду, блядина. Иди нахуй просто, пидорас, иди нахуй. Ладно, мне эти аптечки в пизду не всрались, я, наверное, сейчас буду пытаться тупо отсюда убежать. Пока есть возможность. Ну вообще, вообще идеально, можешь нахуй идти. Тварь, бля, ебаная, сука. Коз... Мразь, сука, ёбаная. А, и две там аномалии, охуеть. Я не пройду, он умирает, хуй пойми от чего. Ну, мне понятно, надо хороший костюм, так далее, тому подобное. Но, блядь, ну, чтобы вообще от слова совсем непроходимо, он бледим было. Это охуеть надо. Так, все, я выбрался, его, кстати, меньше вроде штырит. Ну, хотя нет, так же, блядь. Ну, все, где переход на другую локацию? Все. Так, друзья, ну вроде выжил, сейчас посмотрим. Ну он бомбит меня, ну бомбит, понимаете, что такое бомбит человека? Ну в этом-то и есть моя индивидуальность, вот это сумасшествие какое-то. У меня развлекательный все-таки контент. Ну если вам не нравится, ну так пожалуйста, мне YouTube особо не нужен. Я же еще раз говорю, у меня нет каких-то целей пидорастических, там, популярным стать, еще что-нибудь там, зарабатывать как-то. Я это для души делаю, но если не нравится, так я за кадром могу поиграть, побомбить. Я, конечно, не против, если вы напишите, что Мишан там поменьше, там, бомби, еще что-нибудь, но если там уж совсем все плохо, ну так давайте тогда я не буду стримить. Я умер или нет? Нет, ну я не умер. Хотя, может быть, я и сада выещаю, я не знаю. Глава вторая, чудо Лиманска. Место событий Лиманск. Какой, кто-то ко мне бежит. Основная цель найти аномалию телепорта. Это не Лука ко мне бежит мой? Лука. Что-то на монолита похож. А, это угрюмый какой-то. Эй, парень, ты как там, живой? Да, вроде. А ты кто? Встречный вопрос. Я первый спросил. Слушай, парниша, мне не до игр. Либо ты отвечаешь... А, это свободовец. Либо ты отвечаешь...
Кто ты? По-хорошему, либо мы с тобой перестреляемся, мэн. Ладно, Растаман, не кипятись. Наемник, я наемник. Наемник? Это интересно. Слушай, а ты меня не хочешь обуть? Зачем мне это делать? Что же, вижу и правда, ты нормальный чувак. Логика железная. Давай-ка пройдем в лагерь, там пообщаемся. Кстати, лагерь-то ваш, наймовский. В смысле? Идем, сам все увидишь. Хорошо, пошли. Значит, ты утверждаешь, что ты наемник. Ну и на кого ты работаешь, м? Какое это имеет значение? Я вижу, что разговор у нас не получается, да? Ну что ж, прибегнем к крайним методам. А кто это? Это наемник, да, тоже? Хорошо, хорошо, погоди, я расскажу. Я наемник, пришедший сюда, чтобы отыскать аномалию телепорт. Слушай, если это наемники, то я вообще их всех застрелю. Они тут что за мрази такие? Ну, может, Морганы нормальные, но... Вот это, ну, вторая мразь уже попадается. Хорошо, хорошо, погоди, я расскажу. Я наемник, пришедший сюда, чтобы отыскать аномалию телепорт. Я из мертвого города, мой шеф, это Морган. Можешь в этом убедиться. Слабый у тебя душок, ой, слабый. Ладно, зато вижу, что не врешь. Насчет своей аномалии, можешь спросить его группу. Он и его группа, где я всегда как раз сюда, пассивно. Хорошо, понял. Друзья, на этом мы эту серию закончим. Мой главный герой выжил, а я вот в этом хотел удостовериться, что никакого бага не будет. Сейчас мы заюзаем аптечки. Все необходимые. Поедим, попьем. И продолжим уже в следующей серии. Следующая серия будет посвящена непосредственно Лиманску, полному прохождению. Познакомимся со всеми вот этими персонажами, поговорим с ними. Это, кстати, возможно, знаете кто? Блин, что-то знакомое. Это зверь, что ли? Ладно, потом увидим. Это зверь. Слушайте, это что-то пространство аномалия вспоминается. Да, пьяная, блин, но вряд ли тут меня смотрят те подписчики, которые смотрели мою пьяную пространственную аномалию. Потому что, ну, не знаю, что-то они как-то вот смотрели стримы, веселились, а вот так серии даже, я уверен, смотреть не будут. Ну, друзья, я никого не обвиняю. Миха Кабан, если ты нашел себя в этой серии, я тебе очень благодарен. Плюсик кормлю, пожизненная модерка тебе. Так что, друг, пиши в комментариях обязательно, если тайм-код, где я тебя упомянул, ну, в конце серии, потому что если ты досмотрел серию до конца, это стоит того, тем более серия большая. В общем, друзья, с вами был канал Прохождение с Михаилом. До новых встреч, всем удачи и всем, в принципе, пока. Ждите следующих серий. И, кстати, даю обещание, что выйду я свеженьким в эфир. Скажу больше, все эти три серии я записываю в один день. Просто они выходят, ну, то есть раз в день, наверное, я их буду пускать каждый день или как там получится. Все эти три серии я записал в один день, специально, пока у меня есть время, чтобы вы, как бы, ну, кому интересно мое творчество, посмотрели, как я проходил и так далее и тому подобное. В общем, в следующей серии я обязуюсь сделать свое прохождение поинтереснее, по минимуму мата даже и по минимуму бомбежа. Следующая серия уже будет более адекватной. Я все-таки свеженьким буду играть, уже и выспавшимся, и полным силы, и сытым, и так далее, и тому подобное. В общем, друзья, кому интересно, ждите, я вас не подведу. С вами был канал Прохождение с Михаилом. До новых встреч, всем удачи и всем пока. Вкус крови, плечо ноет настрой. По четвертому из квады уже давно волки воют. Позади рыжий лес.